Наша судья, как вам жеребьёвка и наш потенциальный соперник на МКС? Еще не потенциальный, а точно второй объявили. Я рад, что на автобус попали. Хотел сыграть с командой, до этого жеребий разводился. Сам Гатагов никогда не проигрывал Амхалу. Так главное, чтобы Алан Гатагов проиграл. Ну, я думаю, они будут заем готовить. Ну, поэтому, да, поэтому эта игра должна быть интересной. Персонально настроена Фанки и Кирякова будет? Да, у Гриши и у Кола. Они сами играть будут? Посмотрим. От них зависит, как тренироваться. Вы ушли от ответа. Как обычно. Подписывайтесь. Студия.